Корда R3 стала доступна на веб-сервисах Amazon. Теперь пользователи веб-сервиса Amazon смогут использовать DLT, платформу Корда, для создания и внедрения приложений, работающих в сфере финансов и торговли. Также станет доступным к использованию приложений Cord Apps, разработанное для Корда R3. Генеральный директор R3 Дэвид Раттер отметил: «Преимущество Корда в том, что она динамично развивается, внедряя в работу все новые приложения. Расширение команды потенциальных разработчиков, благодаря огромной сети пользователей веб-сервисов Amazon, будет способствовать созданию инноваций для предприятий, отрасли финансов и торговли. Планируется, что использование платформы Corda R3 сделает финансовые операции проще, быстрее, безопаснее и позволит обеспечить их конфиденциальность».